Привет, друзья! Вы смотрите канал «Алга Петербург». В студии Саша Карельский, и это необычный выпуск. Необычен он прежде всего тем, что сегодня я буду снимать реакцию. Реакцию на одну из песен группы Made in KZ. С чего, спросите меня вы? Все очень просто. Совсем недавно на нашем канале вышел фильм, который назывался «Добра казахская». В этом фильме я рассказал про эту замечательную группу, о которой вы, к слову, уже давно-давно нам писали, и мы посчитали, что кто как не эта группа прекрасно транслирует современность, актуальность этого народного национального инструмента. И скажу вам по секрету, мы давно уже познакомились с творчеством этой группы, опять-таки благодаря вам, но в связи с отсутствием времени многие их работы, многие их клипы мы не видели. И находясь в изоляции, мы подумали, а почему бы не совместить приятное с полезным и сделать просмотр совместный вместе с вами. Поэтому все, что вы здесь сегодня увидите, будет увидено мной впервые. Вот, постараюсь не столько делать прям реакцию, сколько получить удовольствие от просмотра и этого замечательного коллектива, и, конечно же, от звуков Домбры. Скажу честно, с момента знакомства с Казахстаном и с казахской культурой я подсел на Домбру. Вот, и она практически регулярно звучит либо в моем плейлисте, либо в каких-то отрывках, которые демонстрирует Димаш Кудайберген, либо вот различных казахских музыкальных групп. Так вот, прежде чем мы начнем делать реакцию, я бы хотел вас все-таки познакомить с этой группой для тех, кто, может быть, впервые услышал это название. Группа Made in KZ была основана в конце 2015 года. То есть, согласитесь, достаточно молодой коллектив, но уже заработавший достаточно большую популярность. Причем не только в Казахстане, но и за пределами этой страны. Потому что группа успешно гастролирует в других странах. Я знаю, у них были гастроли и в Сингапур, и в Финляндию, и в другие не менее известные страны. Руководителем группы является Бауыржан Итикеев. Примечательно, что он раньше работал диджеем. У него нет музыкального образования, он сам признавался в том, что не смог закончить музыкальную школу, вот. Но, несмотря на это, всегда интересовался музыкой и переработкой народных песен на современный мотив. Вот. Но из-за отсутствия музыкального образования ему часто приходилось обращаться к профессиональным домбристам, которые помогали как раз классические произведения народные делать более современными. Но так или иначе, желание играть на этом инструменте самому профессионально взяло верх, и он в возрасте 29 лет начал брать уроки. И вот в течение того, как он обучался этому мастерству, пришла ему идея о том, что почему бы, собственно, не создать вот такой коллектив, чтобы домбра звучала современно, интересно, чтобы подтягивалась и молодежь в том числе, потому что вы знаете, как сложно современное молодое поколение, так сказать, вернуть к истокам и заставить или сделать так, чтобы они слушали так или иначе хотя бы крупицы чего-то народного, исконного, да? Вот, и поэтому с этим благим делом родилась такая идея, и сначала, как рассказывал сам Бауыржан, он и не думал про вокал. Была идея как раз сделать дуэт из двух домбр, наверное, так будет правильно. Вот. И так, собственно, возник коллектив, в котором был второй домбрист. Сейчас я подсмотрю, как его зовут. Дуэт был с Асланом Нугмановым. Надеюсь, правильно произнес фамилию, если что, извините. Так вот, а уже потом, в процессе, родилась идея, почему бы к этому прекрасному инструментальному дуэту не добавить вокал. И вот так уже дуэт превратился в трио с прекрасной, несравненной Назым Хамитовой. У этой девушки все прекрасно и с вокалом, и с образованием. Есть и музыкальная школа, и консерватория, законченная имени Курмангазы. Вот. Ну и поет она просто блестяще. Успех этого коллектива как раз заключается в сочетании всего и прекрасной мелодии домбры и вокала. Вот как-то все сошлось в этом коллективе, благодаря чему успех
не заставил себя ждать, и на сегодняшний день это очень-очень популярный коллектив, который слушают, напомню, не только в родной стране, но и за пределами Казахстана. Собственно, я этому подтверждение, поэтому сегодня делаю реакцию. Я решил делать реакцию на ролик, который мне посоветовали друзья. Называется он «Казакша Эндер». Опять-таки, надеюсь, ничего не перепутал в названии. И мне сказали, что здесь сборная будет песен казахских. Поэтому я посчитал, что именно правильно будет начать с этого ролика. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Вот, я, наверное, сначала просто посмотрю, буду наслаждаться, а в конце сделаю какое-то резюме. Вперед! Знаете, музыка для кайфа, музыка для релакса. Просто слушаешь и как будто бы возвращаешься к самому себе. Настолько она спокойная, настолько она глубокая. И вот смотришь, невероятно было приятно. Во-первых, лица очень добрые, очень светлые. А ребята так спокойно, профессионально играют на домбре. Вот... Почему вот я получил удовольствие? Потому что не было никакого напряжения. Все так легко, так естественно, так спокойно. В этой юрте невероятно колоритной, с узорами, с национальными. И все это так очень гармонично смотрелось, хочу сказать я вам. Поэтому я вот просто впитал эту картинку, и дальше просто хотелось вот эту глубину музыки пропустить через себя. Вот даже хотелось иногда закрывать глаза, потому что...
вот чувствовал, как эта музыка в тебе пульсирует, пульсирует. И вот этот ритм цикличный. Вальс, да? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот он, знаете, вот есть же вот всякие ритуалы. Вот мне кажется, что я в каком-то ритуале сейчас побывал, вот, по очищению сознания, вот, и сейчас прям сразу настроение хорошее, улыбаешься, как будто даже солнышко вышло. В общем, невероятно позитивный коллектив, конечно. Смотришь, радуешься, и музыка просто сквозь тебя проходит и все самое плохое забирает, все самое хорошее оставляет. Это вот мои такие впечатления об этой композиции. Разумеется, нужно ходить на уроки к Хамзе, вот, изучать казахский язык, чтобы понимать, о чем идет речь в песне. Потому что я уверен, что если эти две вещи еще совместятся, понимание смысла музыки, то там вообще можно тоже улететь в космос. Поэтому, наверное, следующую реакцию я сделаю на, может быть, даже на композицию на русском языке, чтобы, так сказать, кайфануть по полной. Спасибо всем, что были вместе со мной. Саша Карельский, канал Алга Петербург. До встречи в следующем выпуске. Пока! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.